А знал ли ты, что глубину заложения станции метро можно узнать, просто катаясь на эскалаторе? Для того, чтобы это сделать, нам нужно знать два факта про метрополитен. Первое – это то, что угол наклона эскалатора, и в это на самом деле сложно поверить, но это так, это 30 градусов. Кажется, на самом деле, конечно, что больше. Ну а теперь, собственно, фонари на этом самом эскалаторе находятся на равных промежутках. И тогда, если мы каким-то образом узнаем расстояние между двумя фонарями на эскалаторе, назовем его D, то длина полотна эскалатора – это D умножить на количество фонарей минус 1. Ну, потому что если у нас n фонарей, то, соответственно, расстояние между ними будет n минус 1. Ну, а теперь это прямоугольный треугольник, и против угла 30 градусов лежит кайт, равный половине гипотенузы. То есть получается d на n минус 1 пополам. Вот, собственно, вот такая вот формула, которая с легкостью позволяет вам узнать, на какой глубине находится станция метрополитена. Пользуйтесь, ну и можете вообще в метро попрактиковаться, что там еще, собственно, делать.